350-400 метров. Наслаждайтесь красотой. Мы же с вами сейчас на высоте 750 метров над уровнем моря. Те, кто сидят справа, насладитесь в полной мере красотой карниза, когда мы поедем с вами же в обратном направлении. Прибыли мы на озеро Рита. Экскурсоводка говорит: ну кто на дачу Сталина? Я говорю: я. Короче, если все поедут, то значит, если нет, то нет. Ни один руку не поднял, кроме меня. Я обломалась мне все. Вон она на той стороне дачи. Блять, расстроился. Вон они, кишку побежали набивать. Вон, выстроились. На Афонском монастыре тоже есть Сталин дача. Но мне здесь охота была посмотреть. Ведь нас повезли бы на лодках туда. И мы бы там еще половину озера увидели, она объясняет. Никто не писанулся. И это мне место такого окошка не уступило. Так я ничего не снял. Снег в горах. Коварнее женщин, по-моему, нет никого. Что одна, что вторая отказала. Ведь боится высоты, отвернулась от этих там. И все равно место не уступило для съемки, а? На обратном пути бы посмотрела бы. А куда они пошли? Час дали нам погулять здесь. Я так настроился на эту дачу. Такой облом. Грязная вода. Обычно она, да, голубая здесь. Ну, снег тает. Речка тоже грязная вообще. Катамараны работают. Гора нереально красивая. Все они на башне. Сколько стоит? 250 человек. 250 рублей катамаран стоит. 30 минут, по-моему. 30 минут. Чё ты, шарик? Грустный какой-то. Чё случилось? А?
покурим. Шестнадцатое мая, озеро Рица, Абхазия. Увеличил немножко. Деревья разными цветами, какие-то темные, светлые, непонятно. А кошки, кошки, слышь, не ели нифига в пицунде. А ты вот съел за милую душу рицинский волчонок. А это на. Ну вот. Солнышко спряталось, волны пошли, ветерок подул. Что, все? Ценников вообще не видно. Надо у нее спросить, тогда скажет. А так ценников вообще нет. Странно. А это сверху. Поднялся я на набережную. Сейчас сверху покажу вам озеро Рица. Вот еще один дружочек наш лежит, спит.
река. Все есть. Лапша, харчо, овощной, плов. А цен нет. Музон, конечно, ни к чему. Но что сделаешь? Вот в этом кафе сидишь, да, и там озеро Рица перед тобой. Туалет 20 рублей. Туалетик 20 рябчиков, господа. Туалет такой современный, хороший. Собачка лежит там. Плавно, как это течет, как плавно течет вообще, или текет, как правильно, смотрите, ровненько так. Вы видите или нет? Ну надо же, как ровненько. Здесь пальмы, наверное, не смогут расти от холода. Умрут от холода. Ну и красотень, я вам скажу. Вживую, когда смотришь. Вот на кофе есть 80 экспрессо, 100 американо, пиво 100 рублей. Что еще? Да и все.
вроде все снял, вокруг да около обошел. Когда бы я еще поел окрошку на озере Рица? Я в Лазаревском ее не могу найти. Вот, господа, абхазская окрошка. Вижу это, морковку, колбасу. А с чего она сделана, интересно? Это... Непонятно с чего. Может, с кефира и чуть-чуть уксуса добавили. Что-то не раскусил, короче. И вот такие две френтиплюшечки. 150 ре. Ну, я ей сказал, двойную сделай. Она, зачем двойную? Я говорю, да много хочу. У нас тарелка, говорит, большая, говорит. Я, ну, по ништяку тогда, давай. Так что приятного аппетита, Олег Романович. Девушка скажет, что он говорит сам с собой. Не, я в камеру говорю, девушка. Подожди, я снимаю на видео. Вот камень я нашел с фигурами. Что ты говоришь? Чайник.